друзья, хочу представить вам в этом году нашу конференцию, которая ежегодная конференция «Один совет мудрого раввина» с очень интересной темой. Темой, которая звучит очень неординарно, но даже и просто. Это о том, что Израиль как ключ к близким отношениям с Богом. Это не только молитва, это не только прошение в петиция к Богу об Израиле, это вообще отношение, внутреннее отношение человека к народу Божьему и как Бог смотрит на это состояние. Поэтому я вас приглашаю на эту конференцию, которая состоит 29 ноября 2020 года. Нашими гостями будут служители из Израиля, из Соединенных Штатов, из Украины и особенный гость Сергей Шедловский, который является основателем служения «Искатели Бога». И его послание будет очень важным для каждого из вас. Если вы интересуетесь благословениями, как они приходят, что происходит в жизни человека, как отношение к Израилю влияет на ваше благословение жизни, прошу присоединяться 29 ноября 2020 года к прямому эфиру к ежегодной конференции «Один совет мудрого раввина».